Мы представляем вам новое поколение телевизоров от компании Samsung – SUHD. Это новый стандарт качества изображения. Технология расширенной цветопередачи Nano Crystal Color обеспечивает впечатляющую картинку и контрастность. Серия SUHD – первые телевизоры, которые работают на операционной системе Tizen. В этом ролике мы расскажем, как подключить пульт Samsung Smart Control к телевизору. Для сопряжения пульта с телевизором направьте его на инфракрасный приемник телевизора. Одновременно зажмите две показанные кнопки – Return Exit и Extra. Удерживайте их до появления логотипа подключения на экране телевизора. По завершении сопряжения на экране отобразится уровень заряда пульта Smart Control. Если что-то пойдет не так, извлеките батарейки из пульта дистанционного управления и выключите телевизор из розетки. После этого повторите подключение. Смотрите наши подробные видеоинструкции о том, как использовать функции новой серии телевизоров Samsung SUHD. Подписывайтесь на официальный канал Samsung Russia Support.